с тобой? А все хорошо. А мне кажется, ты что-то раскис. Может быть, не здоров? Каждую минуту, мам, ты спрашиваешь о моем здоровье. Я решительно тебя не узнаю. А что, осунулся, похудел? Нет. Стал просто груб. Но очень жалею, что был нежным, покорным, словом, простоквашей. Кто тебя обидел, сынок? Смешно, обидел, сынок. Но я ведь не ребенок, мам. Слава богу, был женат. А почему был? Мам, разреши я отдохну. Ну, успокойся. Время хороший, врач. Помиритесь. Тебе этого не понять. Попробуй расскажи. Ведь я всегда тебя понимала с полуслова. Ты что, куришь? Меня сегодня чуть не исключили из комсомола. Это за что же? Ударил, избил. Кого? Таню? Ну, не может быть. Было. А как же ты мог? А как же ты мог дойти до такого... до такого скандала? Господи, ты с ума сошел. Ну, ты же не знаешь, за что. И знать не хочу. А говорила, пойму с полуслова. Ведь говорила же, пойму с полуслова. Да этого понять нельзя, нельзя. Ты просила поделиться, душу открыть. А сама? Федя! Ой, какое нахальство! Вот.